За контров. И стартует игра. Ну что же, карта The Train, Best of 1. 30 раундов нас ждет в любом случае. Играются все 30 раундов, но, естественно, наше внимание все приковано к тому количеству раундов, которое будет перед цифрой 16. Потом, естественно, уже после того, как одна из команд берет 16 очков, уже будет не так интересно смотреть, да и игрокам будет не так интересно играть. Хотя, вот учитывая, что альтернаты обыграли СК, там действительно в группе может получиться ситуация, когда у нескольких команд одинаковое количество очков, и вот здесь вот эти раунды, они будут очень-очень важны. Так что именно в этой игре, я думаю, будет заруба просто не на жизнь, а на смерть, даже за дополнительные раунды. За каждый дополнительный раунд. Потому что и альтернат, и винфакт, они, в общем-то, претендуют на выход из группы. Смотрим. Причем альтернейт могут претендовать и на выход даже с первого места, учитывая, что они обыграли СК. Так что им очень важно эту игру, конечно, выигрывать. Как можно с большим отрывом. А еще важнее, наверное, это даже для винфакта, потому что винфакт вряд ли обыграет СК. И все, что они могут сделать, это обыграть альтернейт и сделать как можно большим счетом, чтобы сравняться с ними по очкам. И, соответственно, чтобы считались раунды, и раунды были в их пользу. Ну и пока я отвлекаюсь, рассказываю вам про раунды. Альтернейт, скорее всего, возьмем первый раунд. Смотрим мы за Аслаком, он остается 1 в 3. Бомба диффузится. И Аслака убивают. Первый раунд за Alternate Attacks. Так, сейчас мы уберем лишние приписи у Аслака. Видимо, что админ этой игры — это Venom25Rus. Видимо, что Аслак прям подмазывается к админам. В предыдущей игре у него был ник... Люблю Киллу, который судил предыдущий матч. Видимо, таким образом он хочет добиться расположения судей. Иначе я не знаю, чем объяснить тот факт, что он ставит такое. Приписочку себе. Ну да ладно. Смотрим мы на раунд исполнения винфакта. У них не отдача. У них диглбай плюс калаш от Аслака. Пытаются они играть от него. Но Аслак уже умер. И в итоге 3 дигла против почти всех живых контртеррористов. Напоминаю, что Virtus.pro проиграли свою первую игру со счетом 20-10. Не так уж плохо, но и, конечно, не особо хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Мне очень обидно, что я не могу посмотреть, что там происходит в игре против СК. Что бы такое придумать? Ну, даже не знаю, сейчас, может быть, скорбот включу, если есть на HALTV.org. Тем временем мы видим, что Винфакт взял все-таки свой раунд. Диглы плюс один калаш. Очень у них все хорошо получилось. Надо еще одну приписочку убрать. Чтоб все было совсем хорошо. Видимо, что пока, по-моему, счет 10-0 в пользу СК. Что-то вроде того. Ну ладно, посмотрим уже по факту. Не будем сильно отвлекаться. Смотрим, что придумает винфакт. Трое в доме, двое на халде около центра и отдача у альтернейт. Думаю, в этом раунде вам всем понятно, что случится. Все-таки с USP-ами брать раунд нереально. Были бы еще диглы хотя бы. Ну, разве что засада на Б-планте, она проканает. Но вряд ли, опять же, винфакт пока не торопится выходить именно на Б. Видимо, что... Хотя, похоже, что... Значит, зависит от действия HN и Allo. Они чекают открытый плент. И я думаю, если дадут инфу, что там никого нету, Аслак и Вибайзик... Ну да, ведь делают сплит на открытый плент через верх-низ, через центр. И альтернейт со своей засадой они не угадывают. И в итоге Винфакт спокойно заходит на открытый плент. Сейчас будут ставить бомбу. Ну и скоро мы увидим кровавое месиво где-то на зигзаге, на подъеме. Именно там будут нас, бедных контроль беззащитных, убивать.
Закупочка у Alternate, видим мы два ФАМАСа, причем, да, сделали не самую хорошую закупку. Эмок почти нету, по крайней мере, пока не видно. АВП, скорее всего, тоже нету. И, да, 4 ФАМАСа. У пятого, у Апрокса у нас... Ну, пока непонятно, он не показывает своего оружия. Стоит он на чек, на нижней горочке с флешкой. Но, в любом случае, это не так важно, явно у него не АВП. Поэтому закупка явно не хорошая. Откинул Апрокс, да, у него тоже ФАМАС. 5 ФАМАСов у контров, причем без диффузов. Особой закупочки, наверное, гранат тоже нету. Пара флешек, хаешки, не больше. Ну и посмотрим, что они смогут показать с такой закупкой. Выход через верх-низ от Винфакта. Аслак, да, выходит. При этом Люрпис и Алу... Да и Бейзик, да и Ашен, да, это перетяжка на закрытый. Аслак там прочекал, дал дым. И перетяжка на закрытый плент. Апрокс встречает нижнюю горочку. Там дым, правда, мы этого не видим, на наших экранах мы этого не видим. А вот у него там дым. Именно поэтому он спокойно всех пропускает, ничего там не видя. Капи делает первый минус ФАМАСа, минус 2 от Капи. К сожалению, Капио больше делать не смог. Минусует Тикса и Роман Эр против троих террористов. Ну, смотрим за его ФАМАСом. Был бы здесь Знил, я бы сказал, что все может быть. Но это Роман Эр, это не Знил. Плюс позиция не самая хорошая, нет диффузов. Причем ни у кого нет диффузов, поэтому этот раунд, естественно, в любом случае. Пишет Люрбис, что не ожидал он такой закупки от всех полной. Ну и потом извиняется, что не туда написал. Хотел написать в личный чат своей команде, не в общий. Да, видим мы, что пока что Альтернейт не показывают свои мощи, учитывая, что они начали за КТ, взяли первый раунд. Вот эти 3 раунда для Винфакта, они, конечно, не очень хорошие. Не очень хорошие, в смысле, для Альтернейт. Потому что отдавать... В самом начале игры раунда, еще 4-й раунд, скорее всего, дадут, потому что нет у них закупки. Есть только ФАМАС у Романа Р, но не больше. И вот эти вот раунд 3, 4, 5, 6 раундов, которые наберут Винфакта, я думаю, они по-любому их наберут. За первую сторону, это очень хорошо им будет играть за контров. Так что Альтернейт нужно срочно что-то менять и... После этой отдачи брать нормальную закупку и как можно больше раундов набирать. Очень спокойно играет Винфакт, видимо, что не торопится выходить ни на одну точку. Спокойно, методично прочесывает метр за метром, потихонечку находит контров и делает свои минуса. Тем самым принося себе в копилочку 4-й раунд, счет 4-1 в пользу финнов. Наконец, закупку Alternate. Ну, и смотрим, надеюсь, что они смогут переломить ход игры, потому что Винфакт играет за терроров, уже взяли 4 раунда, и, я думаю, на этом не особо хотят останавливаться. АВП я у них не вижу, играет от калашей. Даже у Аслака нет АВП, у Ашена нет АВП. Что даже, наверное, немножко странно для меня. Ну да ладно, ребятам виднее. Видимо, маздом от Винфакта, Аслак уже в перемычке, а Прокс держит с первого вагона, Тикса с зигзагом. Троблю у нас на вышке, и Роман Эр с Капио, 5-6 линия. Атака будет на закрытый плент, видимо, что тут целая масса террористов. И давайте посмотрим, за кем-нибудь из контров. Апрокс у нас под первым вагоном. И Тикса у нас на 3-й линии. Пошли флешки, пошла раскидка. А и смотрим за Апроксом, у него не самая плохая позиция. Сейчас он может очень удивить террористов. Ох, делает один минус. Делает второй минус, да, 2 минуса он сделал, тут же умер, но тиммейты его не помогают ему. Тиммейты совершенно все отвалились, и в итоге 5 раунд за Винфактом. Даже странно видеть такую игру от Alternate, которую только что обыграли SK Gaming. Я не знаю, может они расслабились, может подумали, что топ-1 обеспечен, я не знаю.
Но мне кажется, что вот обыграв фаворита своей группы, нужно наоборот поднапрячься и уже завершить, так сказать, начатое, выйти из группы с первого места. Но Альтернейт, судя по всему, такими мячами не думает. Да нет, конечно, думает, но вот что-то у них не получается. А Винфакт тем временем делают нас двое по зелени с бомбой. И остальные у нас центр, Люпис в доме. И контри у нас тут в аркаду. У них отдача, у них USP. Чем плоха сторона контров на дотрейне? Тем, что в случае отдачи придется... Ну, в случае проигрывания раунда придется много отдач. Террористам гораздо легче. На калаше денег нужно гораздо меньше. Тем более, что здесь контрам гораздо лучше будет играть с ТВП, на который также нужно очень много денег. И плюс террористам здесь будет очень легко набирать раунды. Что мы видим от Винфакта. 6-1. Очередная закупка от Alternate. Берутся эмки. Ну-ка, если АВП. АВП нету. Причем который раунд уже нет АВП у контров. И наконец-то я вижу АВП у Люрписа. У него первый респ. Смотрим за открывающим фрагом. Ну или за отсутствием открывающего фрага. Нет, на соточке он никого не нашел. И смотрим, что же будут делать у нас остальные его тиммейты. Люрпис ушел. Ушел с центра. Будет ли обмен? Да, обмен, естественно. Люрпис у нас обычно играет с калашом. АВП он отдает HN. Два снайпера есть у Винфакт. Это HN и Аслак. И вот у Люрпис просто взял АВП, потому что у него был ближайший респ, ближний. Его терять, конечно, нельзя. И решил он именно так подействовать в этой ситуации. Купить АВП и прочекать центр. Потом он отдал АВП HN. И мы видим такой холдовый раунд от Винфакта. Потихонечку они подтягиваются к закрытому пленту. Убивает Тикс, убивает Капио. Наконец-то есть размен от Alternate Attacks. Они в сухую, как обычно. И жесткая раскидочка на закрытый плент. А Прокс тут нервничает уже. Делает один минус. Роман делает минус. И наконец-то раунд может перейти в копилку немцев. Смотрим. Люрпис у нас находится на зелени. И Алу на верхнизе. Размен от Алу. Люрписа убили. И 1-2 ситуации. Апрокс у нас на открытом пленте, и Траубли у нас на пятой линии. Причем, ох, отлично, мисс Траубли. Раунд за Alternate Attacks. 2-6. Уже очень много раундов отдали Alternate Attacks своим соперникам. Целых 6 раундов есть у Винфакта. Они уже могут даже не напрягаться за первую сторону. То есть им будет комфортно играть за контров. Особенно, если не возьмут первый раунд. И больше раундов, конечно, отдавать им нельзя. Минус от Траубли. Люрпис у нас проник уже на вышку. Неплохая у него позиция. Минус от Ашена. Не зря он взял себе АВП. Тоже неплохой очень финский снайпер. Наряду со Слаком. И потихонечку Винфакт у нас выходит на открытый плент. Бейсик с бомбой в кресте. Убивают Капио. Еще есть Роман на пятой линии. У него есть шанс сделать минус. Ох, заметили Романа в спину. Спокойно Алу делает минус. И очередной раунд за Винфактом. Счет будет 7-2. Похоже, в группе C нас ждет интересное противостояние. В любом случае, игра уже интересная, потому что после победы Alternate на DSK я думал, что немцы, видимо, действительно хорошо подошли к подготовке, но вот как-то по первой половине карты Detrain этого и не скажешь. Совсем не скажешь. Посмотрим, что творится в игре Virtus.pro против SK. Сейчас я все узнаю. Все разузнаю. Ну, пока у меня грузится страничка, посмотрим на отдачу в исполнении Alternate. Восьмой раунд тоже придет к финнам. И похоже, что первая сторона может стать вообще разгромной. Разгромной для бедных немцев.
Не вижу я пока счета в матче СК Гейминг против Virtus.pro. Что-то тут невнятно пишут в комментариях. Да. Ну ладно. Жаль, конечно, очень хочется посмотреть, что же происходит в этой игре. И возвращаемся в игру WinFact Alternate. Раскидочка по центру. Ашен выходит сверхниза. Смотрим за его ВП. Сейчас должен кого-то по-любому выцепить на линии на пятом. Ох, отличный минус от Ашена. Великолепная просто игра. Быстрая реакция. Алу делает минус на зелень. И снова контры. Они... Их оборона разваливается. Разваливается на открытом пленте. А пока еще жив Травли. Неплохая у него позиция. Может он сделать минуса. Нет, минусы Траубли, и очередной раунд, скорее всего, останется за террористами. Да, Тикса делает отличный минус, снова уходит на сейф. Сейф М4А1. И девятый раунд с Винфактом. Да, пока все это попахивает разгромом. Разгромом для немцев. Вот вижу комментарий, что там Эйс сделал, ой, Лекс сделал Эйс в первом раунде. Раздефузил бомбу. Ну-ка, это будет интересно. Возможно, мы тоже увидим в хайлайтах. Я на это очень надеюсь. Алу по зелени, двое центр, двое будут выходить сверх-низа. Сплит на А, причем такой довольно жесткий. А Алу, ой, HN, как всегда, у нас с ВП, как всегда, сверх-низа. Очень уверенно себя чувствует на этой позиции. Первый минус за Аслаком. Аслак, второй минус, Бэзик минус. Ну, отдача, конечно, у контров. Ничего в этом раунде же не попишешь. И Апрокс 1 в 4, выходит из зигзага. Думаю, сейчас он сразу же получит пулю. Свою красивую касочку. Счет уже 10-2. Отвлекся я на Virtus.pro SK, пропустил один раунд. И в итоге WinFact действительно идут к успеху. Даже в случае взятия Alternate всех последующих раундов, счет будет 10-5, и это за контров, но это ужасно. Конечно, история видала и камбэки, и очень жесткие камбэки, даже со счетов 15-0, но как-то бывает это очень редко, и в это очень слабо верится. Смотрим за кем-нибудь из контров. Трабли хорошо встретил Аслака, его тут же разменяли. Минус от Романа. Бэзик вовсю воюет на пятой линии, а Шен включился своим АВП. 3 в 2 ситуация. Тикса и Апрокс. Апрокс заходит сверхниза, и Тикса с подъемом на открытый плент. Апрокс сейчас может сделать минус, его там, по идее, не контролит сверхниза. А вот теперь уже контролит. Спалился Апрокс, его минусует уже с пятой линии. Жестко дает ему его тушку. 22 хп всего лишь у Апрокса. Тикс делает минус, и 1 в 2 против Бейзика, против Ашена. В итоге по Тикса настреляли в полете, и Тикса просто умирает. 11-2. Да, что-то у Alternate совсем не в порядке. Совсем не идет у них дела. Не идут дела. Два раунда остается нам посмотреть на первой стороне. Полузакупка, ну вернее, плохая закупка у контров. Видим и ФАМАС, видим М-ки. Ни у одного нет диффузов. Намеренно не давать ставить бомбу. Убивать сразу же. Неплохая аркада от Апрокса. Естественно, он тут же отходит. Пытается сражаться. И, наверное, зря. Нужно отойти на более благоприятную позицию. Минус от Капио. Отличная аркада. Вот мы видим, что Alternate начинает более уверенно действовать. И у них это получается. Тут же игра поменяла свой... такой темп. Если до этого Alternate все сидели на планах, ждали просто WinFact. WinFact приходили и всех убивали. То теперь вот Alternate попытаются видеть аркадит, делают минуса, и у них это получается. Что, конечно, очень похвально. Ох, Тикс заходит в великолепный тайминг просто. Когда Аслак откидывал, стоял спиной. 3-11. И last round в первом тайме. Смотрим.
Неплохие размены от Alternate, судя по всему, играя. Скам Virtus Pro уже закончилась, как я вижу по комментариям. Что-то там, по-моему, нехорошее получилось. Судя по всему, 16-5. Ладно, потом посмотрим. Благо у нас последний раунд. Basic Alu вдвоем против 4 контров. Alu пытается выйти на зелень, убивает траубли Basic. И Alu 1 в 4. Раунд за Alternate. Счет 4-11. Дается рестарт, и начинается второй тайм. Винфакт против Alternate. И сейчас, конечно, Винфактом гораздо легче. А вот Alternate'ом нереально сложно. Если они проигрывают первый раунд, ну, тут можно им вообще не позавидовать, только пожелать удачи. И посочувствовать, наверное. Потому что, правда, им будет очень сложно. 4 раунда за терроров. Ну, обычно после такого уже никто не верит в успешный исход. Маздом от Alternate Attacks. Видим мы, что собираются они пойти на закрытый плент. А на закрытом пленте у нас издалека держат Alu и Aslak. Смотрим за кем-нибудь из них. Давайте посмотрим за Aslak. У него есть диффузы. Не диффузы, есть на закрытом пленте у Люрписа. Пошла раскидочка. Aslak дает инфу. И внимательно-внимательно смотрит на нижнюю горочку. Там пока никого не видит. Замечает одного. Замечает второго, дает инфу. Ну и тут должна быть уже перетяжка. Большинство из контров, естественно, Basic не уходит с зелени, потому что понимает, что это может быть развод. Конечно, это не развод, но никогда не нужно от этой идеи отказываться. Они неплохо зашли террористы, поставили бомбу, ушли обратно в перемычку. Контрам здесь будет не очень легко, но смотрим за минусами. Все террористы живы. Все у нас в перемычке. Вот Тикс заходит очень успешно в спину. Правда, делает это очень медленно, но... Сейчас он может очень сильно удивить контров. Да, заходит просто в спину, его убивает. И раунд за Винфакт. Счет 12-4. Ай, жаль, могло очень неплохо получиться, если бы Тикса был попроворнее. Зашел бы пораньше, возможно, зашел бы на шифте. Но, увы. 12-4. Alternate'ом с каждым раундом будет сложнее и сложнее. У них отдача. А решили они не делать полузакупку, несмотря на то, что у них есть деньги от поставленной бомбы. Решили полностью слить раунд, у них нету ни диглов, ничего. Счет станет уже 13-4, и вот потом они будут играть именно от этого счета с закупкой, пытаться делать камбэк. Очень легкий раунд для Винфакта. 13-4. Ну да, тут, конечно, шансов у Alternate, будем честны, очень мало. Бывают камбэки, бывают жесткие камбэки, но с таким счетом и с той игрой, которую показывает Alternate в этой, на этой карте, ну, как-то в это очень слабо верится. Мне кажется, нас будет ожидать очень-очень разгромный счет. Первый минус за Траубли. Выход на открытый плент. Сплит через верх-низ, сплит через центр. Второй минус за Романа. Видим мы, что Alternate, в общем-то, не согласен с моими словами. Не хотят они видеть разгромный счет. И, в общем-то, молодцы. Я в этом их только поддерживаю. Камбэки — это всегда очень интересно и очень здорово. Перетяжка на закрытый плент. Молодцы, ребята. Тут их будет встречать Alu, Люрпис. Еще один минус от Alu. И что делает Alu? О боже, все, мы пропускаем, к сожалению. Ну, кто же думал, что Alu позволит ему такие вещи сделать, сотворить. Просто на поп-доге он делает минуса. И Люрпис последним фрагом.
14-4, да. Только я думал, что Альтернет сейчас возьмут, начнут камбэк делать, но... Аллу просто без шансов всех убил. Минус 4 вот этого финского игрока. Я думаю, это последний удар по моральке немцев. И теперь они будут просто уже доигрывать свою игру. Понимая, что этот матч им уже никак не вытащить. И здесь уже ничего не поделать. Лёхи, минуса за винфактом. Отдачу террористов. 15 раунд за финами будет. И у них уже, если что, есть ничья. Хотя все мы понимаем, что ничья им не нужна. Все мы понимаем, что им нужна победа. Причем, если они так убьют, у них тоже есть отличные шансы на выход из группы с первого места, если они обыграют СК. А вот, может быть, СК, в общем-то, подошли к игре не в самой лучшей форме. Может быть, заслуга это не Альтернет вовсе, а проблемы СК. Все-таки у них замена Дельпана на Трейса. Возможно, они могут оправиться. Кто знает. В любом случае, увидим, но у Альтернет и у Инфакта, у них есть шансы на выход из группы с первого места, у обеих команд до сих пор. И последний раунд у нас берут Винфакт, судя по всему, Траубли, Капи пытается сражаться, минус Траубли. Ну, что-то проблема у него со стрельбой, и HN, отличный два фрага. ГГ, к сожалению, для Альтернейт. 16 раундов есть уже у Винфакта, и игра продолжается, играется до 30 раундов, насколько вы знаете. Но, к сожалению, конечно, зрелищности в этом маловато. Сейчас ситуация в группе такая. SK Gaming, две игры. Одна из них выигранная, одна проигранная, и в итоге 3 очка. У Винфакта две игры сыгранные, две игры выигранные, 6 очков, они пока на первом месте. И Альтернет, так же как и SK, две сыгранные игры, и две. Ну, одна из них выигранная. Virtus Pro пока, к сожалению, на последнем месте. Две сыгранные игры, и две из них проигранные. Причем, насколько я понимаю, шанс выйти в ВПМ, даже если они возьмут одну игру, наберут 3 очка, у них, наверное, уже и нету. Да, если они обыграют Альтернет, то у Virtus.pro Альтернет будет по 3 очка, у Винфакт будет 6. Ну если Винфакт обыграет СК, у них будет 9 очков, и тогда по очкам, по раундам будет считаться ВПМ, СК, Альтернет, будет по 3 очка у каждой команды. Но посмотрим, надо подождать игру SK Gaming, Винфакт, кто там победит. И, конечно, все равно, учитывая количество отданных раундов, ВП сейчас минус 20, по раундам они все равно тоже, наверное, не выйдут. Так что, увы, ях. Будем смотреть следующую игру Virtus.pro Альтернет. Напоминаю, что игра будет на этом канале, так что не переключайтесь. Стартует наш сразу же после окончания этой игры, я думаю, минут через 5, ну, после окончания этой игры, минут через 5-10 максимум. Это будет последняя игра на сегодня на Техлапсе. А потом стримить будет Гурки Епс Джермани. Так что в любом случае, сегодня у нас целый вечер стримов на сайте virtus.pro.org. Обязательно смотрите нас. Надеюсь, что вам интересно. Тем временем, Винфакт без проблем в нули убивает Альтернет. Счет 19-4. И 7 раундов нам нужно еще посмотреть. Довольно много. И, конечно, Альтернет здесь не самой лучшей позиции. Кто знает, возможно, по раундам Альтернет тоже могут оказаться даже хуже, чем Virtus.pro, но тогда ВП возьмут третье место в группе. Не четвертое, но толку от этого тоже маловато. Не вышли, так не вышли. А уж третьего места или четвертого, это не особо важно.
Неплохие размены за Alternate Attacks. В принципе, есть у них реальный шанс взять раунд. Минус от Раубли. Отлично. 2 в 3 ситуации. Люрпес у нас идет с верхнизом. А Луз с зигзагом. Но обоих есть оружие. Причем никто, по-моему, верхниз-то не контролит. Минус от Люрпеса. Траубль проконтролил верхниз. И в итоге Алло 1 в 2. Он у нас на зигзаге. По нему есть инфа. И раунд за Alternate 19-5. Откинули центр Alternate. Остальные заходят на закрытый плент. Там у нас Алу встречает в упоре нижнюю горочку. Давайте посмотрим за Алу. Он уже сделал там отличный минус один раз. А кто знает, может быть, сейчас удивит. Один минус сделал, на больше не хватило, но хоть как-то он показал себя. Отличный минус от Романа. Великолепно повесил он голову аж Эну. И в итоге 3 в 4 ситуации. И еще один очередной отличный раунд от Alternate. Он, конечно, еще не закончен, но начало раунда было великолепное. Да, похоже, что раунд останется за Alternate. Как-то проснулись они, но совершенно поздно. Да, 19-6. Если бы они играли так раньше, то тогда все могло бы быть по-другому. Как-то прям как будто спали ребята. А тут пришли, их разбудили, сказали: ребята, у вас игра. И вот они начали тащить. Апрокс, ВП чекает центр. Отличный мясо от Апрокса, мы даже не увидели от него никакого зума. Ну, это ХЛТВ. Тикс делает минус бейзиком. Аслак разменивает. Ситуация 4 в 3. Террористы в большинстве. Наконец-то мы видим Аслака с АВП. Аслак и Ашен. Вот на Д-трейне за контроль они могут позволить себе 2 АВП. И мы можем увидеть двух мастеров АВП. Финских мастеров в деле. Ох, удивился Аслак. Сразу же 2 террориста были перед ним. 2 в 4 ситуации. Ашен все еще есть с АВП. Он у нас прямо на открытом пленте. Спину он прикрывает Алу. Чекает он с горочки. Ашен делает минус. Причем очень неплохо так контрей держит позиции свои. Отличный минус от Ашена. Его разменивают и 1 в 2. Траубли очень костный. Роман у нас нормально, 79 хп у него. Да, живой. И Алу тоже живой. Сейчас Алу может очень сильно удивить террористов. О, отличный минус, и второй будет ли минус? Замечает, делает минус, отличный минус на Лу, 26. Да, Лу себя в этой игре показывает просто с великолепной стороны. Что Ти минус 4, что здесь. Отлично сыграл. Снова маздом от Alternate. Выход именно на закрытый плент. Плохая закупка. Есть у нас наверх вниз даже люди. Траубль, отличный минус. Его тут же разменивают. Капи пытается выйти тоже следом. Его убивают. И остальные террористы должны заходить на закрытый плент. Видим и Апрокса. С глоком. Не получилось, не могу затыкать. Роман ставит бомбу. Ситуация 1 в 3. Смотрим за Романом. Дает ему хаешка. Дает сам. В итоге раунд за Винфакт. 21-6. Несмотря на пару одних раундов, Винфакт снова в деле. И, похоже, больше давать раундов им не намерены. Открывающий минус за Ашеном. Минусует он сотку, и Alternate Attack сделает у нас сплит на аплан через зелень. Масс через зелень, один через центр. И смотрим за бейзиком, именно он встречает нас зелень. Откинул там флешки. Сидит в дыму, Тикс его разменивает очень неплохо. Ну и там у нас Аслак. Аслак с АВП. Промахивается. И минус от Люрбиса. 22-6, и нам остается посмотреть всего два раунда в этой игре. Кому же они достанутся? Люрпес с первым респом. Давайте посмотрим, как он его использует. Выходит на соточку. Дает флешку.
И агрессивные действия. Уход под поп-док наверх-вниз. Смотрим, причем слышит он инфу, что это закрытый плент. Там у нас снова Алу, он хорошо встречает, отдача. Отдача у немцев, естественно. И в этом раунде всем все понятно, я думаю. Последняя закупка, последний раунд в этой игре. Винфакт против Альтернет. Винфакт уже выиграли, и мы смотрим last раунд. Причем Альтернет с деньгами плохо, калаши, диглы. Есть, правда, раскидочка, чем они пользуются, выходит. Минус Таслака. Ох, Роман, Тробль, что творят, а эти ребята? 2 в 3 ситуация. Ашен немножко не справился, но тут отличный дигл. Как же Роман его не убил, у него была куча времени. Пока он летел, ну да ладно. Траубли делает минус, и 1 в 2. HN 23-7. Именно с таким счетом заканчивается эта игра. Но побеждают, тем не менее, все равно финны. Ну что же, а нам остается посмотреть...